просили влог домашний. Влог домашний начинается. Сегодня у нас какое число? Это 28-е. Как видите, я еще не в самой лучшей форме, потому что это дом. Не, на самом деле у меня немножко по-женски некоторые проблемы, и я пока что стараюсь привести себя в форму. Сейчас я вам покажу, как мы с Егоркой играемся. У нас карточки, я показываю их. Да, 32. Мы сейчас учим их. Точнее, 5 мы уже выучили. И еще 5 мы сейчас учим. Я постараюсь поставить телефон так, чтобы было вам видно. Егорка играет в угадай. Я ему показываю 2 карточки. Между, допустим, банан, там, каша. И ему нужно, говорю, где кашка? И он должен показать кашу. Сейчас попробую поставить камеру, чтобы вам было видно. Слазь. Начинаем мы так. Егор, что это? Банан. Банан, да? Бананчик. Бананчик? Да? Любишь бананчик? Любишь. А это что? Машинка. Бибика? Бип-бип, бип-бип, да? Машинка. А это что у нас? Мячик. Да? Мячик. Раз, два, три. Летит он скачет. И это что у нас? Кашка! Есть мы будем нашу кашу, да? Мы накормим Сашу и Машу. Кашка, да? А это что у нас? Рыбка. Рыбка, да? В водичке плавать. Буль-буль-буль. Итак, вот я ему показываю карточки. Потом я беру, к примеру, 2 из них. Пускай мяч. Егор, где кашка? Где кашка? Кашка где? Где кашка вкусная? Кашка. Молодец. Молодец. Это кашка. Правильно. Дальше я беру другие 2 карточки. Егор, где машинка? Где бик? Бибика. Бип-бип. Машинка. Бип-бип. Машинка. 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 Молодец. Видите? Иногда он пытается брать не те карточки, он допутается, но... Прогресс есть, допустим. Егор, а где банан? Где банан? Где бананчик? Вот бананчик, молодец. Кушаешь, да? Любишь банан? Молодец. Егор, а где мячик? Где мячик? Где мячик? Нет, это рыбка. Ай-яй-яй, нет, не то, это рыбка. Где мячик? Видите, он допутается, бывает. Где мячик? Мяч! Летит скач! Вот, правильно, мячик. Ну и... Молодец. Умничка. Укусить, на зуб режется. Да? А это что? Где рыбка? Рыбка. Буль-буль-буль-буль-буль. Рыбка как делает? Буль-буль-буль под водой. Где рыбка? Вот, да, рыбка. Это рыбка. Молодец. Молодец. Это карточки мы прошли сколько? 3 дня. Мы их 3 дня изучали. Сейчас вот там комментарий. Что-то длинный, непонятно. Так, ладно, потом прочитаем. Также мы прошли 5 карточек уже до этого. Где-то. Угу. Слиплись. Ой, киса у нас слиплась. Киса, киса, да. Мы просто иногда их слюняем, поэтому у нас некоторые карточки, вот, к сожалению, слиплись. Так, лежим, отдыхаем. Эти карточки мы прошли до этого, предыдущие 3 дня. Сейчас мы их быстро повторим. Чашечка, чашечка, да? Часики, часики, тик-так, часики, тик-так, да? Мишка, Мишка по лесу идет, шишки собирает, да? А это кто? Киса. Киса, да? Киса. Он улыбается, что тоже дома кошки, ему нравится. Собачку. Оф-оф. Как торушка, да? Ты что там, какаешь, что ли? Торушка, да, как у нас тоже? Собачка. Теперь я беру, опять же, перемешиваю, выбираю любые 2. И говорю, где часики? Часики. Часики, тик-так. Часики, тик-так. Часики. Да, вот часики. Умница. Молодец. Умничка. Молодец. Ай, отдай.
Отдай часики. Часики отдай. Егорушка, а где шишка? Ой, фу, Мишка. Мишка. Миша, да, вот, Миша. Просто на обратной стороне нарисована шишка, и я все время в рифму говорю, шишка, а не Мишка. Так, часики, Мишка. Где у нас собачка? Где аф-аф? Собачка. Нет, это киса. А где собачка? Это киса. Киса. Где собачка? Аф-аф-аф. Это мяу. Мяу. Ладно, сейчас. Давай вот так. Где чашечка? Чашечка. 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 Вот, молодец. Где песик? Аф-аф. 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 Вот аф-аф. Молодец. А это кто? Киса. Киса. Киса нам больше всего нравится. Потому что у самих киса, да? Поэтому мы любим кису. Дашь киску мне? Он причем пушистый, он в массе тоже пушистенький, поэтому он как-то питает огромную любовь к ним. Так, сейчас я. Мы играем вот так примерно не очень долго, чтобы он не перенагружался. Да. И убираем обратно. Так примерно мы играем с ним два раза в день. Вот сейчас в обед и вечером. И ему нравится. Сейчас, Егорушка, полежи минутку. Мама быстро отнесет. Будь здоров! Мы чихаем сейчас у нас. Ой-ой-ой. Зубки. Наконец у нас прорезывается зуб. Причем увидела я его случайно. Мы сдавали анализ крови в платной клинике инвитро. Нам нужно для прививки АКДС, последней вот этой, в полгода. Кусается. Вот. И в прошлый раз, когда он плакал, я ему просто дала грудь, и он как бы сосал грудь и спокойно себя вел. А тут у него получилось, я ему даю грудь, а он не берет, он выплевывает, он еще так откидывается назад и начинает прям плакать, ну, орать, знаете, громко, да, громко-громко. И у него прям на десне видно было, где нижние резцы, прям такие две полоски, все, ну, прям видно, что уже осталось только через десну прорезаться чуть-чуть. Вот, и сегодня у нас уже один зубик чуть-чуть повыше стал, чем второй, да, осталось только подождаться, когда прорвется десна, и у нас будет голенький зуб, вот так вот. Завтра мы идем в поликлинику, да, на плановый осмотр, мы идем в 6,5 месяца, потому что мы делали прививку ту АКДС 5 месяцев, должно было пройти до 1,5 месяца. Мы валяемся вот так на диване, потому что мы сейчас переворачиваемся. Он со вчерашнего дня начал пытаться вставать на коленки. Да, наконец-то! Да! Давай вот так, наконец-то встаем на коленки! Да? Вот. И пытается ползти, поэтому так встает, раскачивается, начинает. Вот так мы и болтаем целыми днями, с игрушками. Вот. Поэтому сейчас я рада, наконец, на зубки, что завтра мы узнаем, сколько мы выросли, какие мы в длину. Костюмчики размера 80 нам уже маленькие, они прям тючерка в тючерку, поэтому в дальнейшем будем покупать уже 86. Да, бабай. Ладно, все грызем. Да? Вот так вот мы стоим, встаем спокойно, да, и кусаем себе, а не маму, ты кусаешь, себя кусаешь. Он так встает, а там... Да, потом заваливается, стоим на коленочке, я его придерживаю, то что, ну, он заваливается иногда. А потом уже из лежачего положения он обратно встает сам. Вот так мы балуемся. Ой, ну ты чего? Маму. Ты что так поджал губу прям? А папа? Попробуй папа. Где
мам на камеру снимает. Ручки тянем. Иди, бери. Пойдем, папа мыть. Заснимемся. С Шухером мы сходили к врачу. Да, сходили к врачу. Нам сказали, что мы сейчас 70 сантиметров в длину. Мы прибавили 4 сантиметра. Потом мы сейчас весим 7 килограмм 885 грамм. Ну, я округлю до 8, потому что мы были голодненькие, да? Вот. Так что мы выросли в длину. Вот. Он сегодня капризничал, прививку мы так не сделали, как АДС. Нам сказали, что еще не прошло полтора месяца ровно, поэтому прививку мы будем делать 2 февраля. Да? Вот так, пойдем уже с бабушкой, так как папа будет работать. Егор, мне такую кожу хорошую, а? Вот так вот. Папа у нас пошел стричься, мама пока ходит, как чучело-мяучело. Никогда, слышите, никогда не мойте голову на ночь глядя и не ложитесь с влажной головой спать, потому что проснетесь с таким же хайром. Ну вот. Да? Лампа. Мы любим на люстру смотреть. Да, люстра. О, какая люстра. А кто тут? Егорка, ты тут? Ты тут такой? А ручку тянем. Все, пополз, пополз. Будем пока играть. Посмотрим, что будем... Да, посмотрим, сегодня гулять не получится, потому что там все растаяло, это какой-то кошмар. На улице тепло, хорошо, но в плане ходьбы вообще невозможно ходить там. С коляской тоже, да? Вот мы вот так... Ой-ой-ой, мы вот так вот стоим, да? Стоим мы на ножках. Да? Да? А-а-а, кто-то такой хорошенький! Маму кусаем. А еще нам врач сказал, что у нас, скорее всего, скоро и верхние полезут зубки. Так что готовьтесь, сказали нам. Да? Ну, улыбнись ты, покажи зубы-то свои. Пошли к подушке. Ладно, будем с ним играть. Да, попозже еще сниму для вас. У нас наваждение. А мы что делаем? Едим яблоко. Я ему кладу его в ниблер. Кусочек. Мы первый раз пробуем яблоко. Почему даю в ниблер? Потому что режется зубы. Я боюсь, что он откусит. Но яблоко не такое жесткое, это мягенькое. И я боюсь, что он большой кусок просто откусит. И потом может поперхнуться. Поэтому мы пока учимся есть маленькими кусочками. Ниблер у нас от Happy Baby, по-моему, называется фирма. Потому что те, которые тряпочные, их неудобно промывать. Эту сетку. На-на-на-на-на. Вот так нам понравилось яблоко, что когда я отнимаю, он плакать начинает. Вот все. На, держи сам. На, сам держи. Ну и к тому же десну массирует, ему больше нравится. Смотрим Анну Гэп на фоне. Да. А еще я себе выбираю на весну уже пальто. Потому что... Да. Потому что уже скоро тепло будет, и нужно обновлять гардероб. А то у меня эта парка, она не очень мне нравится по фасону. Такая, ну, знаете, мальчишеская, я бы сказала. Хочется чего-то более женственного. Да. И мама выбрала себе пальто, шляпку и шарфик. Но вот обувь пока не подобрала, это надо ездить мерить. Что многое может не подойти. Так, ладно, пойду помогу, а то у него яблоко далеко. Ой-ой-ой! На, держи сам, что ты? Ой, такое вкусное яблоко. Аж до слез просто это яблоко. У него не получается иногда ну, откусывать, либо там не так возьмет. Бывает то, что я, допустим, там переставляю. Ему не идет это яблоко, и он прям рыдает. У нас такого не было с бананом и с грушей. Но яблоко, видимо, очень понравилось. Всем привет! Сегодня у нас... Какое число-то? Пам-пам-пам! 30-е. Да, 30 января. И у нас проклюнулся зубик. Чуть-чуть. Сейчас я переверну камеру, попробую постучать серебряной ложечкой по зубику, вы услышите стук. Так что, можно сказать, официально у нас есть зубики! Открой ротик. Егорка! Тяжело это делать. Егор, стой. Блин. Как бы ты сделал это так еще, ребят. Так. Мало, к сожалению, не умеет. Я думаю, слышно?
Егор, расслабь челюсть. Я думаю, было слышно слегка, как у него стучал. Едят из миски. Оля, пойдем. Эй, поднимемся? Эй, котенка. Едят из миски. А че вкусные сосиски? Все устали. Опять? Когда, а? Раз, три, четыре, пять. Вот так мы любим. Не пойди. Ой, так мы качаемся. А потом бух, и все. Ну, у нас там пинг, все. Все. Не уверена, было слышно, не слышно, как у него стучат зубки, но зубки есть. Они постукивают, так что у нас два нижних листа. Один просто прорезался получше, второй еще пока так, чуть-чуть совсем. Но там у него кончики только прорезались, полностью зуб еще пока не вылез. Но начало положено. Мы смотрим кукутиков. Это ребята, которые в костюмах танцуют. Вот. Там у них старые песенки, новые песенки. Вот тут песенка с Леопольдом. Вот. Мы сейчас будем смотреть и улыбаться, качаться. Егорка, где зрители? Где у нас тут? Тут зрители. Ой, зрители, привет! Он на себя смотрит. Ой, привет! Ой, ой, ты их целовать, да? Он как он вас любит. Итак, сегодня 31 января, последний день январский, да? Мы с Егоркой играем. Мы недавно пришли с улицы, гуляли в 2 часа. Папа протащил коляску через дорожку у нас около дома, потому что там огромная лужа, там не пройти. Вот, сейчас будем играть. Потом я попробую дать Егорке желток перепелиный. Нам педиатр сказал, что можно уже вводить желток. Именно яйца перепелиного, а не куриное. Вот, и что у нас еще такого? Зюбики у нас чешутся. Все грызем, да? Он уже второй день, получается третий день. Ну, сейчас он более-менее, а до этого 2 дня он очень сильно капризничал. Это был какой-то кошмар. Вот, я ему давала нурофен, чтобы снять боль зубную. Ну, я имею в виду, то, что десна болят. Да? Ты хочешь тоже в кадр? 1 минуту. Перепелиное яйцо. Точнее, желток. Ну, давай, кушай. Яичко. Ну, он понял, что не сладенько-то. Что тут подвох. Такое лицо. Что за подстава? Жуй, жуй, жуй. Ну, так пока вроде вкусненько ему. Будешь еще? Кто такой диван стоит? Молодец. Да. Кто там зверьё смотрит? Давай, и сам стоит. Оп. Ногами ему страхую на всякий случай. Да? А? Кто там? Егорка, ты там? Залезь хочешь? Опа! Такой серьезный. Там мультик. А тут мы. Че еще? А, да. Завтра я иду на УЗИ проверить. Да, органы малого таза. Все ли хорошо, все ли в порядке. И если да, то все великолепно. Если нет, то нужно будет думать, как там идти потом к врачу, в женскую консультацию. Ну вот.
Мы тут чай пили, да? Мама чай пила. Там от конфетки фантик. Кто там? Кто тут? Кто тут? Ой, кто там? Егорка? А все, все. Это мы сейчас захватили телефон, точнее, мои пальцы, и пытались съесть, да? То у нас пока что на этом все. Да. На этом пока все. Я, пожалуй, закончу этот влог такой коротенький. Рассказала все, что у нас было, все, что происходило. Да. Не знаю, буду снимать улица и поездки. Я, наверное, буду снимать все-таки с весны. Потому что, когда уже будет более-менее тепло, я смогу, скажем так, полегче одеться. Мне будет не так холодно держать телефон в руке и камеру. Так что я перейду на съемки влогов, скорее всего, уже ближе к весне. Вот. Ну и, в принципе, я не знаю, буду я снимать вот эти дни. У нас то, что гости должны быть. Как-то, знаете, не очень хочется, когда куча народу, хватать камеру и снимать все. Вот. На этом, пожалуй, пока все. Егор, скажи пока-пока. Егорка все грызет. Пока-пока. Пока-пока, ребят.